Всем самое доброе утро, мои хорошие. Мы с Робертом приехали опять к Дебенхамс. У нас тут есть кое-какие делишки. И машинку тут там негде оставить. Вообще поставили под жилым домом. Тут не написано, что нельзя парковаться. Ребята, это не важно. Смотрите, какие петунии красивые. Вот так вот просто дичайшим образом они сами растут. Дикие петуни. Боже, как красиво. И никто им жопы не заносит. Никто их не обрывает. И сами по себе, боже, какие красивые. Ну, кто-то же их когда-то высадил. Гляньте, целый забор вот этих петуней синих. Как это красиво. Я не знаю, как там камера передает. И вот еще будут раскрываться. Ой, какая красотень. Это вообще какая-то парковка. Там вообще заброшенная. Какое-то место непонятно. И они себе, гляньте, целый забор. Боже, как красиво. Ну, вообще, красотень. Как классно. Мы с Робертушкой купили себе новые шузики. Покажу вам, ребяточки. Робертушка, всем привет. Здравствуйте. Робертушка, look at... Привет. Привезла Роберта на пляж. С доставкой. Понимаете, какая я жена? Вообще. Ребятушка, скажи всем привет. Здравствуйте. С любовью, без love, без позитив. Покажи ей new glasses. Робертушки новые очечи. Очень классные. Ему очень идут. Окей, you free. Пожалуйста, 50 евро в такси. Иди гулящий муж. If you meet our friends, regards. Пока. Пока. А мы, ребята, едем домой. У нас дел побольше, чем у него. Покажу вам быстренько новые. А, во-первых, новенькие. На мне одни обуты. Та-та-та. Это испанские. Испанская фирмочка. Это новенькие и новенькие. Еще одни у меня новенькие. Ой. Вот они. Ой, вообще такие шикарные, ребят. Вот эта фирма. Какая-то Плактон ЕС. Сейчас, сейчас. Плактон фирм. Это Испания. Ортопедическая подушечка. Ребята, гляньте, какие они гарки. Какие они крутые. А на солнце вообще. Блескучие. Вау. Вот это такие я себе купила вторые. Эти тоже Плактон. Очень удобненькие. Я как раз в черненьком платьечке. Классно смотрится. И Роберту мы купили. И Роберту мы купили. По ремень мы купили. Кожаный красивый. Мы его закрыли. Сейчас покажу. Ремень такой. Классный, тяжелый, кожаный ремешочек светленький. И Роберту тапочки. Тоже очень удобненькие. Тоже все та же фирма. Вот такие вот. Кожа ортопедическая тоже. Это стопа. Класс. Короче, мы скупились. Это я Роберта говорю, пошли, я там видела классный магазинчик, там продается хорошая, ой, хорошая обувь, качественная, фирменная. Говорю, поехали. И я была не уверена, он открыт, не открыт, он был открыт, слава богу, короче. Скупили, Роберт говорит, все, теперь вези меня гулять. Говорю, пожалуйста, милый, я же твой извозчик, кто же тебя еще-то повезет? Сказала, заплати мне 50 евро за такси, не хочет. Говорит, еще ты мне должна приплачивать. Ладно, поехали, да у меня еще дома есть дела. Вернулась домой, а дома меня этот мохнатый шмель встречает. Мохнатый шмель, на душистый хмель. А ну сядь, сид, браво, сид. Покажи, какой ты заросший стал. Такой красивый, мохнатый, уже стричь его надо. Роберт сегодня ему душечек утречком сделал. А так жалко как-то эти волосы обстригать. Он такой, такой сладкий, я не знаю. Такой красивый. А ну покажись, покажись, какой ты лохматенький.
лохматенький, красивенький. Мы не будем стричься, не будем. Нет, 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 не будем. Слушайте, как он сразу радуется. И все же понимает. Мы не будем стричься, нет, не будем. Нет, 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 не будем, нет, 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 нет. Прыгай, прыгай туда. Ай, не будем стричься. Нет, не будем, не будем. Радости пределу нет. Да, радости пределу нет. Нет, 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 нет. Давай мячик. А-та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 -
Да, это так.